Время 12:30. Прошу приготовиться к регистрации. Включите режим регистрации. Покажите результат. Кворум имеется. Продолжаем работу. 36-й пункт порядка работы. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о парламентском контроле в части совершенствования форм парламентского контроля. Докладывает Ирина Анатольевна Яровая. Уважаемые коллеги, безусловно, вопросы парламентского контроля – это наша с вами прямая компетенция. И от того, насколько серьезно и эффективно обеспечивается парламентский контроль, можно с достаточной степенью уверенности говорить о решении тех или иных проблем, которые касаются и вопросов качества жизни, и вопросов правового обеспечения, и вопросов противодействия коррупции и реализации государственной политики в различных сферах. Хочу вам напомнить, что в соответствии со статьей 114 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации надлежит реализовывать единую государственную политику в сфере образования, в сфере здравоохранения, в сфере культуры, социального обеспечения, экологии. А в настоящее время, в соответствии с действующим законодательством, у нас с вами есть формы предоставления правительством Российской Федерации национальных докладов и государственных докладов. Хочу обратить ваше внимание, что национальные доклады предполагают заслушивание на палате соответствующей информации развернутой, и национальные доклады сегодня установлены в сфере культуры, в сфере сельского хозяйства и фитосанитарного контроля. Государственные доклады, которые также в соответствии с законодательством должны предоставляться в парламент, но они не заслушиваются на палате, касаются очень важных сфер реализации государственной политики. Это, например, вопросы защиты прав детей и семьи, это вопросы здравоохранения, это вопросы экологии, это вопросы образования. Кроме того, наверное, обращу ваше внимание на тот факт, что несмотря на наличие государственных докладов, поскольку они поступают только в профильные комитеты, наверное, мало кто с ними вообще в принципе знаком. Если говорить о науке, то такая сфера важнейшая реализации государственной политики сегодня вообще не охвачена ни одной из форм предоставления надлежащей информации в парламент Российской Федерации. Нет ни национального, ни государственного доклада. Что мы предлагаем сделать? Мы предлагаем установить общее унифицированное требование, связанное с тем, что обсуждение в парламенте национальных и государственных докладов предполагает безусловное и обязательное участие аудитора Счетной палаты, поскольку реализация единой государственной политики в этих направлениях обеспечивается надлежащим бюджетным финансированием. И мы прекрасно понимаем, что те целевые показатели, которые напрямую влияют на качество жизни людей, на достижение вполне понятных конечных результатов, ради которых реализуется государственная политика в этой сфере, должны подтверждаться и эффективностью бюджетных расходов. Поэтому, на наш взгляд, шаг в сторону того, чтобы именно Счетная палата участвовала в обсуждении этих вопросов и наряду с государственным национальным докладом Государственной Думе представлялась развернутая информация Счетной палаты, соответствует тем целям парламентского контроля, которые сегодня заявлены парламентом и которые реализуются в соответствии с действующим законодательством. Для информации хотела бы обратить ваше внимание на тот факт, что данный проект закона нами вносился в пакете, поскольку одновременно мы предлагали бы рассмотреть и полагаем, что если не в эту сессию, то в осеннюю, мы должны решить вопрос о том, чтобы установить обязательное предоставление доклада в сфере реализации единой государственной политики в науке и доклад в сфере образования перевести из статуса государственного, который просто предоставляется в палату не для обсуждения, а для информации в профильный комитет, и по вопросам науки и образования заслушивать национальные доклады на заседании Палаты Государственной Думы, с учетом того, что вопросы образования сегодня являются ключевыми с точки зрения обеспечения гуманитарной безопасности.
И не единожды мы с вами обсуждали вопросы, связанные с тем, что гуманитарные интервенции, которые сегодня, к сожалению, набирают обороты во всем мире, реализуются именно через гуманитарную сферу. Поэтому вполне справедливо, чтобы парламент Российской Федерации имел возможность заслушать в публичном пространстве национальный доклад о реализации единой государственной политики в сфере образования и науки. И заслушать вместе с тем развернутую информацию Счетной палаты о том, насколько эффективно тратятся государственные средства на такую важнейшую сферу, которая обеспечивает будущее России и без преувеличения является одним из ключевых факторов современной геополитической ситуации безопасности страны. Мы очень надеемся на вашу поддержку и очень рассчитываем на то, что правительство Российской Федерации изменит свою позицию по законам, которые касаются национального доклада в сфере образования и науки, поскольку мы полагаем, что и в интересах Министерства образования сегодня именно на публичной площадке при поддержке парламента, при вопросах парламента и при контроле парламента реализовать важнейшее государственное направление для Российской Федерации. Спасибо всем за внимание и надеемся, что все фракции поддержат нашу законодательную инициативу. Спасибо, Ирина Анатольевна. С докладом выступает Дмитрий Федорович Вяткин. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, в своем докладе Ирина Анатольевна подробнейшим образом изложила и суть законопроекта, и в целом коснулась вопроса подготовки и заслушивания национальных докладов по самым различным сферам, которые находятся в компетенции федеральных органов государственной власти. Комитет рассмотрел указанную законодательную инициативу и отмечает, что заслушивание докладов на заседание Государственной Думы обеспечивает и публичность процедур, и формат общего обсуждения Палатой Федерального Собрания. Тем более, особо важное значение данный законопроект приобретает в связи с тем, что в рамках предлагаемых процедур обсуждения обязательным является участие аудитора Счетной палаты Российской Федерации, возглавляющего соответствующее направление деятельности Счетной палаты, что и предлагается установить данным законопроектом. Мы поддерживаем концепцию данного законопроекта, считаем, что принятие его повысит эффективность парламентского контроля в соответствующих сферах и рекомендуем Государственной Думе принять его в первом чтении. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Федорович. Вопросы есть? Включите режим записи на вопросы. Покажите список. Коломейцев Николай Васильевич. Спасибо. Уважаемая Ирина Анатольевна, скажите, пожалуйста, а не дезавуируем мы саму форму контроля, если вот переведем формы заслушивания, как мы доклад по правам человека там и другие заслушиваем? Мне кажется, что правильнее бы было все же доклад докладом, но вопросы и все остальные сопутствующие вопросы, и плюс еще и ответственность должна быть, потому что если мы будем 4 раза в год заслуживать правительство, да, а без всяких последствий, то это как бы будет как мертвому припарк. Депутату Яровой включите микрофон. Николай Васильевич, для того, чтобы процедура контроля носила реальный характер и была наполнена содержанием, мы как раз и предлагаем ввести обязательное участие аудитора Счетной палаты, чего в принципе сегодня нет, несмотря на то, что у нас уже, как я сказала, существуют формы национальных докладов, которые представляются палате и заслушиваются на пленарном заседании Государственной Думы, но также распространить это требование и на государственные доклады. Я не случайно обратила ваше внимание, что такая форма, как государственный доклад, сегодня представляется просто в письменном виде. В какой период мы с вами тоже не знаем, если не входим в профильный комитет, и даже не размещена на общих ресурсах. Мы полагаем, что это не соответствует принципам Конституции, где напрямую указана необходимость обеспечения единой государственной политики в важнейших сферах, которые определены изначально. Вот для того, чтобы устранить эти пробелы, и для того, чтобы процедура контроля и заслушивания носила реальный содержательный характер, мы предлагаем эти изменения. Спасибо. Шингаркин Максим Андреевич. Уважаемая Ирина Анатольевна, как известно, Российская Федерация является государством с федеративным устройством. И в части развития именно федеральных территорий, понятно, невозможно получать доклады от каждого губернатора, но целесообразно ли, по вашему мнению, получать доклады от представителей президента, то есть фактически от исполнительной власти Российской Федерации, по федеральным округам в части тех самых же вопросов, которые рассматриваются
в рамках государственных докладов, и точно так же проводить процедуру заслушивания их на палате. Большое спасибо. Депутату Яровой включить микрофон. Спасибо за вопрос. Я полагаю, что в данном случае вы ставите вопрос о другой совершенно сфере регулирования и компетенции. А в данном случае такие формы взаимодействия не предусмотрены и, на мой взгляд, будут избыточны. В соответствии с Конституцией, федеральным законодательством, доклады национальные и государственные представляются правительством в парламент, что абсолютно соответствует и субординации, и компетенции каждого из органов. Что касается возможности распространения практики заслушивания докладов по важнейшим направлениям, которые вытекают из Конституции на уровне региональном, с точки зрения компетенции субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, то это совершенно другая целевая задача, которую надлежит решать уже исходя из компетенции, которая установлена 184-м федеральным законом об органах государственной власти и 131-м законом об органах местного самоуправления. Спасибо. Щепинов Максим Александрович. Спасибо, Иван Иванович. Уважаемая Ирина Анатольевна, безусловно, очень нужный и важный законопроект, опять же, вот как раз в разрезе повышения эффективности парламентского контроля. Вы в своем докладе упомянули позицию правительства, то есть, я так понимаю, это Минобр, как раз в части повышения статуса вот государственного доклада до национального доклада по такой важной теме, как образование. И позиция правительства, что они, я так понимаю, против. А не могли бы вы объяснить и уточнить, почему они заняли такую позицию, когда действительно тема настолько важна и настолько актуальна? Спасибо. Депутату Яровой включите микрофон. Спасибо, Максим Александрович, за вопрос. Я, честно говоря, настроена на конструктивное взаимодействие. У нас нет оснований предполагать, что в решении данного вопроса мы не достигнем взаимопонимания, поскольку те первоначальные замечания, которые поступили на проекты законов к первому чтению, не содержат ни одного сущностного замечания, при всем том, что вывод о том, что не может быть поддержан предложенной редакцией, заявлен. Мы полагаем, что здесь есть нестыковка, несоответствие содержания отзыва с его выводами. Но мы полагаем, что это вопросы рабочие, и мы намерены эту работу проводить. Будем заинтересованы также в том, что и вы подключитесь к этой работе. Если говорить сущностно и содержательно по тем предложениям, которые сформированы в проектах закона по национальному докладу по науке и образованию, хочу однозначно подчеркнуть, что фактически сегодня уже действующим законодательством Министерство образования, правительство обязаны предоставлять в Государственную Думу доклад, но не заслушивать этот доклад, понимаете, это две совершенно разные функции. Представить, и он где-то находится, или заслушивать, следовательно, обсуждать, задавать вопросы, приглашать аудитора. То есть это совершенно разные формы. Мы все-таки полагаем, что сегодня у нас есть общая консолидированная заинтересованность всех ветвей государственной власти Российской Федерации в том, чтобы важнейшее направление государственной политики в сфере образования и науки было абсолютным приоритетом, в том числе и с точки зрения взаимодействия и парламентского контроля. Поэтому надеюсь, что в осеннюю сессию мы обязательно эти законы примем. Спасибо. Спасибо. Тарнавский Александр Георгиевич. Спасибо. У меня вопрос к содокладчику Дмитрию Федоровичу Вяткину. Дмитрий Федорович, все-таки вот форма информирования о деятельности правительства тех или иных ведомств, наверное, это неплохая форма, но мне кажется, она не совсем сейчас актуальна. Мы много чего слышим, но правительство на все это реагирует в режиме поговорки «Авоська слушает, да ест». И, конечно, это все, в общем, иногда вызывает чувство недоумения, потому что мы говорим, а поезд идет в каком-то другом направлении. Вот на комитете обсуждался ли вопрос, чтобы этот доклад в итоге превратить в некую форму отчета, по итогам которого можно было парламентом выставлять правительству или его ведомствам те или иные оценки за проделанную работу, с тем, чтобы мы получали именно результат и реакцию правительства, реакцию парламента на деятельность правительства с возможностью поставить ему неот. Депутату Вяткину включить микрофон. Уважаемый Александр Георгиевич, я не соглашусь с тем, что не актуальны те предложения, которые сделаны в данном законопроекте, а также содержатся в двух других законопроектах, о которых упомянула уважаемая Ирина Анатольевна. Дело в том, что за прошедшие годы, за прошедшее время вот, работы нынешнего созыва Государственной Думы, мы как раз-таки усиливаем и совершенствуем формы парламентского контроля. Это первое.
Второе – это то, что, по сути дела, оценки по тем или иным направлениям деятельности правительства, отдельных министерств и ведомств, по сути дела, высказываются и даются здесь и представителями профильных комитетов, и представителями фракций в Государственной Думе. И эти оценки, по сути дела, являются выражением официальной позиции нас с вами. Это оценка деятельности. Если же говорить о, ну, я не знаю, что вы понимаете под словосочетанием «поставить неуд», то вы знаете прекрасно, что есть соответствующие конституционные процедуры, когда Государственная Дума, как вы выражаетесь, выставляет неуд и соответствующие последствия. Эти конституционные процедуры, естественно, закреплены, их никто менять не собирается. Этого достаточно для того, чтобы нам не только, скажем так, оценивать работу отдельных ведомств или правительства в целом, но и реализовывать это все на практике. Поэтому совершенствовать в рамках процедур парламентского контроля без всякого сомнения мы будем. Все, что предусмотрено Конституцией, ну, дай бог, чтобы не пригодилось. Спасибо. Федоткин Владимир Николаевич. Ирина Анатольевна, у меня вопрос тоже к вам. Вот слушая многократно отчеты представителей правительства, различных министров и так далее, мы часто задаем, пытаемся задать какие-то вопросы уточняющие, высказать свою позицию, и получаем довольно общие расплывчатые ответы. То ли представитель правительства в этот момент не владеет данной ситуацией, не владеет информацией, то ли он не сориентировался. После этого нет возможности поправить, дополнить, а человек просто уходит, вопрос зависает в воздухе. Не кажется ли вам, поскольку мы это слушаем с определенной периодичностью, то каждый отчет представителя правительства должен начинаться с того, а какие вопросы основные были заданы предшествующим, как прореагировало его министерство и правительство за этот период, что было изменено, за что критиковали и что исправилось, а только потом говорить о каких-то новых перспективах. Иначе, получается, анализ не сделали, а вперед идем и спотыкаемся о те же самые камни. Депутату Яровой включить микрофон. Владимир Николаевич, вы немножко спутали разные формы взаимодействия парламента и правительства. Вы сейчас ведете речь о нашем взаимодействии в рамках парламент правительственного часа. Но доклад о реализации единой государственной политики – это совершенно другое. Более того, хочу обратить ваше внимание, что не случайно изначально и в Конституции, и в федеральном законодательстве это выделено, обособлено. Поэтому в данном случае речь идет не просто о каком-то отчете, речь идет о более глубоком, серьезном и важном вопросе о реализации единой государственной политики в определенной сфере. Кроме того, я полагаю, что ваш вывод в части того, что мы не получаем ответов, несостоятелен по одной простой причине, что многократный формат обсуждений и в рамках правительственного часа, и в рамках заслушивания докладов, по которым уже установлена процедура, является очень эффективной формой и очень содержательной, поскольку она абсолютно точно нацеливает и само профильное министерство на глубокую содержательную подготовку этих вопросов и дает возможность представителям всех фракций не только сформировать вопросы, но и сформировать свою позицию, рекомендации, замечания, предложения и профильным комитетам выстроить дальнейшую совместную работу. Я все-таки полагаю, что у нас, как у органов государственной власти, есть общая ответственность вместе с правительством за то, чтобы в Российской Федерации эффективно и качественно реализовывалась государственная политика. Поэтому форму парламентского контроля я бы рассматривала прежде всего именно с такой точки зрения, с точки зрения нацеленности на общее качественное взаимодействие и эффективную работу. Спасибо. Будут ли желающие выступить? Есть, включить режим записи на выступление. Покажите список. Федоткин Владимир Николаевич. Уважаемые коллеги, вот здесь не раз звучало уже об эффективности формы этого парламентского контроля, о эффективности правительственных часов и так далее. Но давайте скажем, очень хорошо, эффективность, а вот как ее измерить? Вот мы заслушали представителя правительства на правительственном часе, можно и в другой форме, я ничего здесь не перепутал.
какие-то вопросы задали, но критерием, наверное, вот этой формы контроля парламентского должны быть реальная ситуация в нашей стране, реальная ситуация в России. А когда мы констатируем с вами о том, что уровень бедности растет, что проблема, скажем, детскими садами, она от полутора до трех лет что-то решается, а дальше не решается, о том, что инвестиционный климат у нас падает, о том, что вузы, школы закрываются, о том, что все чиновники поголовно едут лечиться за рубеж или почти поголовно. Значит, видимо, сама по себе форма контроля звучит хорошо, но эффективность ее крайне низкая. Я думаю, что здесь есть и прямые наши грехи, наши с вами грехи. Потому что я считаю, что в этом зале сидят люди профессионально, которые стремятся что-то улучшить в нашей стране и выходить к избирателям, чтобы не краснеть, а можно сказать, вот при моей помощи, при моей работе то-то, то-то, то-то улучшилось. Но вы вспомните, когда мы начинаем обсуждать, вот завтра будет обсуждение у нас снова правительственный час, ведь мы сами не даем возможность обсудить хорошо вопрос и дать хорошие рекомендации и выработать какие-то общие решения. Мы говорим, по два вопроса от фракции. Хорошо, 4 фракции, 8 вопросов, а еще 442 депутата, они для чего в зале сидят? Или что мы им не доверяем, или что они не профессионалы, или что их мнение нас не интересует, или что они люди другого сорта, что не могут уточнить у представителей президента, простите, правительства, то, что волнует его избирателей. По одному выступлению от фракции. Вот, наверное, корень-то, почему все эти формы парламентского контроля не срабатывают так, как хотят, или вообще не срабатывают, потому что мы сами не пытаемся решить их полноценно. А там, где нет честного диагноза, там не может быть и честного лечения. А где нет честного лечения, там не может быть улучшения ситуации. Поэтому я считаю, что при всей правильности постановки этого вопроса нам нужно начать с себя, дать возможность, если надо, то не количеством брать, а качеством. Когда мы буквально чуть не каждую неделю кого-то заслушиваем, а ситуация у больного все хуже, хуже, хуже и хуже. Давайте скажем, выделять не час, два, три часа, четыре часа, но так, чтобы действительно к этой проблеме в течение года несколько раз больше не возвращаться. Мы высказали, мы поставили задачи, мы говорим, ребята, наша позиция парламента сформирована, будьте добры ее выполнить. А в следующий раз придете и доложите. И тогда мы скажем, на месте вы или не на месте, можем ли мы идти к избирателям и не стыдиться, или не можем. Вот тогда будет критерий эффективности. А пока критерий эффективности у нас расплывчатый, мы можем в словах очень многое потопить из того, что сегодня нужно. Спасибо, Владимир Николаевич. Владимир Александрович Поневежский. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, фракция «Единая Россия» полностью поддерживает идею авторов законопроекта о заслушивании на заседании Государственной Думы представителей правительства Российской Федерации информации о ежегодных государственных и национальных докладах при обязательном присутствии аудитора Счетной палаты по соответствующему направлению и будет голосовать за принятие данного законопроекта в первом чтении. Государственные и национальные доклады являются важными элементами парламентского контроля за состоянием дел в наиболее важных сферах общественной жизни. Подготовка к заслушиванию таких докладов предусмотрена положением ряда федеральных законов. Принятие же данного законопроекта обеспечит публичность данной процедуры и позволит повысить эффективность парламентского контроля в целом. Спасибо. Сергей Михайлович Катасонов. От фракции, Сергей Михайлович? Да. От фракции включите. Да. Ну, с одной стороны, казалось бы, технический сегодня закон. Мы те положения, которые предусмотрены в других федеральных законах, переносим в закон о парламентском контроле. Но, тем не менее, я считаю, что это действительно очень важный элемент для того, чтобы привести в соответствие всю нашу систему, о чем мы не раз говорим, о том, чтобы в комплексе рассматривать все наше законодательство. Я сразу хочу сказать, что фракция ЛДПР будет поддерживать данный законопроект. Вместе с тем, есть моменты, на которые я хотел бы обратить внимание. Вообще, нужно для того, чтобы понимать, что мы хотим получить в итоге, нужно представлять, что такое вообще контроль. Мы часто говорим парламентский контроль, парламентский контроль. Контроль – это важный, можно сказать, основной элемент системы управления. И мы под контролем понимаем наблюдение за параметром системы, целью которых является оптимизация последней.
То есть вот и здесь, когда мы заслуживаем национальные доклады, да, мы приглашаем аудиторов, да, мы значит, заслушали представителей правительства, а какой будет у нас в итоге результат? На самом деле, вот последние наши взаимодействия с правительством показывают, что основным итогом это принятие к сведению. Вот что бы мы с вами ни рассматривали, мы принимаем к сведению. Последний раз, когда я выступал по Центральному банку, и мы все фракции фактически-то давали оценки, вот, и в результате я как бы решил посмотреть и уточнить эти положения в самом законе о Центробанке. И что удивительно, я не смог туда дописать вот выставление оценки, потому что там уже написано, что парламент принимает решение. У нас такое право уже есть. И откуда у нас берется принятие к сведению, это уже наше собственное решение. Фактически вот та инициатива, с которой я выхожу по Центробанку, она касается гражданства руководителей Центрального банка, других элементов, но по принятию решения там все от нас прописано. А вот то, что касается парламентского контроля национальных докладов, то, на мой взгляд, мы, конечно, должны принимать решение для того, чтобы эта система получила какое-то изменение. Вот посмотрите, у нас даже есть этот элемент на уровне муниципалитетов. То есть, если дважды мы признаем работу главы муниципального образования неудовлетворительной, то это является основанием для того, чтобы он ушел в отставку, для того, чтобы губернатор его как бы спровадил с этой должности. Вот вы представьте, когда сюда приходит министр, или там, неважно, замминистра культуры, или сельского хозяйства, и который реально понимает, что да, и руководитель правительства, руководитель партии, и большинство в парламенте этой партии, но он отчитывается и реально понимает, что будет дана оценка его деятельности. То есть мы в конкретных не просто дадим рекомендации, а оценим, насколько в этом докладе отражена суть тех индикаторов и показателей, которые заложены. Я думаю, что отношение тех людей, которые приходят на эту трибуну, она будет совсем другая. Сегодня априори все представители правительства знают, что мы просто примем к сведению. Да, сегодня вот мы услышали представителей комитета, что фракции имеют право давать оценки. И, скажем так, правительство это слышит, но дальше что? То есть реально дальше шагов никаких нет. Поэтому мы с вами свидетели, когда сегодня уже, скажем, счетная палата, она дает ту же оценку, что дает парламент, о неэффективности, о том, что уставные капиталы лежат на счетах, все, мы все с вами вместе, но реально действий-то никаких нет со стороны правительства. Это говорит о том, что та форма контроля, которая сегодня существует, она недостаточно эффективна. Поэтому да, еще раз говорю, мы, конечно, поддержим данный законопроект, но мы хотим еще раз обратить внимание, все-таки парламент для того, чтобы управлял процессами, процессами экономики, он должен иметь регуляторное воздействие. К сожалению, у нас такого воздействия нет, и мы с таким предложением выходим, чтобы мы не просто заслушали, давали оценку, и по этой оценке, в случае признания неудовлетворительной, было основание для принятия председателем правительства в отношении тех людей, которые отвечают за национальный доклад, управленческих решений. Спасибо. Спасибо. Ирина Анатольевна, будете выступать? Депутат Яровой, включите микрофон. Уважаемые коллеги, полагаю, для нас принципиально важным является та консолидированная позиция, которая отражена в поддержке концепции, в поддержке подходов. Но я бы хотела все-таки обратить внимание всех нас на то обстоятельство, что в Российской Федерации действует система разделения ветвей власти, что, безусловно, обеспечивает тот самый баланс сдержек и противовесов и обеспечивает реализацию компетенции каждой из ветвей власти. Поэтому наша с вами задача, как законодателей, все-таки действовать в логике конструктивной, созидательной и в рамках тех полномочий, которые отведены парламенту Российской Федерации в соответствии с Конституцией. Полагаю, что чрезвычайно важным является уже тот шаг, что информация в форме государственного доклада, национального доклада является предметом обсуждения не на отдельных площадках парламента, а на палате, что повышает статус, значение и серьезность отношения к той или иной проблематике. Кроме того, впервые появляется, а не переносится из других законодательных актов, функция обязательного участия аудитора Счетной палаты –
и заслушивание информации при национальном государственном докладе, в том числе и по целевому эффективному использованию бюджетных средств. Полагаю, что именно такой взвешенный, сбалансированный подход, который позволяет и парламенту, и правительству надлежащим образом реализовывать свою компетенцию, будет единственно верным решением в пользу наших избирателей. Поэтому благодарю вас за поддержку и надеюсь, что ко второму, третьему чтению мы с вами подойдем в достаточно короткие сроки. Спасибо. Спасибо. Дмитрий Федорович, будете выступать заключительным словом? Нет, выносим законопроект на час голосования. 37-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Докладывает первый заместитель директора Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Владимир Александрович Каланда. Добрый день. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты Государственной Думы, представляемый проект федерального закона внесен правительством Российской Федерации. Необходимость разработки законопроекта была обусловлена тем фактом, что в рамках принятого в 2013 году федерального закона номер 313 в КУАП Российской Федерации были внесены изменения, наделяющие суд правом возложения на наркопотребителей дополнительные обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании, либо социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотиков. За уклонение от исполнения указанной обязанности предусмотрена административная ответственность. Однако Кодекс России не содержит каких-либо норм, предусматривающих установление срока, в течение которого лицу надлежит обратиться в соответствующее наркологическое учреждение. Это порождает определенные коллизии во взаимодействии государственных органов с учреждениями здравоохранения и социальной реабилитации, для разрешения которых законопроектом предлагается наделить суд полномочиями по определению срока обращения привлекаемого к административной ответственности лица в соответствующую медицинскую организацию или учреждение социальной реабилитации. Данная мера позволит суду обеспечить индивидуальный подход к вопросам назначения дополнительной обязанности в зависимости от конкретных факторов и условий, в которых будет приниматься решение по делу об административном правонарушении. Законопроект поддерживается Государственным правовым управлением президента Российской Федерации. Принятие федерального закона повлечет необходимость внесения изменений в постановление правительства Российской Федерации номер 484. Об утверждении правил контроля за исполнением наркопотребителем возложенной на него обязанности. Соответствующий проект постановления правительства Российской Федерации службой разработан и после принятия законопроекта в первом чтении будет направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Реализация федерального закона не повлечет расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации. На основании изложенного прошу, уважаемые депутаты, представленный законопроект принять в первом чтении. Доклад закончен. Спасибо. Спасибо, Владимир Александрович. С докладом выступает Дмитрий Федорович Вяткин. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, Владимир Александрович подробно изложил суть законопроекта. Действительно, предлагается установить срок, в течение которого лицо должно обратиться в соответствующую медицинскую организацию. То есть устанавливается этот срок, должен носить пресекательный характер, после чего должна наступать ответственность по статье 6.9 со значком 1 за уклонение от прохождения диагностики, профилактики, мероприятий лечения от наркомании, медицинской и социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. Комитет поддерживает концепцию данного законопроекта. Единственное, на что мы обратили внимание в своем заключении, то что с целью исключения возможности установления необоснованно длительного срока для обращения в медицинскую организацию или учреждение социальной реабилитации, необходимо было бы перед подготовкой законопроекта ко второму чтению дополнительно обсудить и, возможно, внести изменения в данный законопроект, которые касаются установления предельных сроков, в рамках которых суд может установить соответствующую обязанность для лица, обратиться в медицинское учреждение или учреждение социальной реабилитации. Во всем остальном концепция законопроекта поддерживается.
Мы считаем, что те замечания, которые высказаны, не отразятся на его концепции. И предлагаем принять данный законопроект в первом чтении. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Федорович. Вопросы есть? Включите режим записи на вопросы. Покажите список. Щепинов Максим Александрович. Спасибо, Иван Иванович. У меня вопрос к основному докладчику. Уважаемый Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, вы сейчас упомянули, что вот эта вот услуга, она, по сути дела, этот законопроект, по сути дела, он не потребует средств из федерального, из регионального бюджета. Скажите, пожалуйста, а вот услуга по поводу прохождения этой диагностики для вот этих лиц, которые признаны больными наркоманией, она вообще платная, бесплатная, то есть возмездная, безвозмездная? За это кто платить будет? Спасибо. Спасибо, Максим Александрович. Ну, как вы знаете, у нас наркологическая служба действует в рамках ОМС, в той части или в отношении той категории лиц, которые добровольно обращаются за лечением в связи с употреблением наркотиков. Аналогично в рамках этой же программы происходит и финансирование обследования, лечения и реабилитации наркопотребителей, которые направляются по решению суда в органы здравоохранения и учреждения социальной реабилитации. Спасибо. Владимир Николаевич Федоткин. Уважаемый Владимир Александрович, у меня к вам вопрос по сути проблемы. Проблема действительно очень тревожная, требует решения. Но вот я неоднократно встречал мнение экспертов, которые говорят, что за последние 10 лет численность молодежи, которая пробует наркотики, скажем, мягко так, или использует их, возросла, кто говорит, 2 раза, кто говорит 2,7, кто говорит в 3 раза. На Западе даже оценка есть нашей современной молодежи российской, что это молодой человек, слегка балующийся наркотиками. Наверное, эту фразу вы слышали. Вы не могли бы прояснить степень серьезности проблемы? Ну, скажем, за нашу бытность этой Думы, за 5 лет, как изменилось число наркоманов в стране или среди молодежи? И вы говорите о бесплатности, так, этого закона? А вообще, сколько мы в год тратим на лечение наркоманов-то? И сколько надо, если это можно, цифра не секретная? Спасибо, Владимир Николаевич. Но то, что касается затрат органов здравоохранения на лечение наркопотребителей, мне трудно привести конкретную цифру, потому что это касается органов здравоохранения. Насколько я помню, в 2013 году только на модернизацию органов наркологической службы было выделено в пределах 700 миллионов рублей. Сумма достаточно внушительная, и надо сказать, что Министерство здравоохранения потратило, как мне кажется, ее с высокой степенью эффективности. Теперь то, что касается наркопотребителей в целом. В Российской Федерации полный мониторинг наркопотребления был впервые введен в 2011 году. Поэтому до 2011 года вот разброс количества лиц, употребляющих наркотиков, был от сотен тысяч там, до десятков миллионов. В 2012 году у нас в рамках мониторинга, это путем социологических опросов, проведенных в каждом субъекте Российской Федерации, изучения стат данных, была выявлена цифра 8 миллионов граждан Российской Федерации в той или иной степени, с той или иной степенью регулярности употребляющие наркотики. В рамках этого же мониторинга в 2014 году количество лиц, употребляющих наркотики с различной степенью эпизодичности, сократилось на 700 тысяч и составляет 7,3 миллиона. Молодежь на сегодняшний день в этой, так скажем, категории имеет также тенденцию к сокращению. Поэтому те, кто говорит, что за последние годы количество наркопотребителей среди молодежи кратно увеличилось, они глубоко ошибаются. То есть у нас сейчас достигнута, ну, небольшая, я не могу сказать, что она решающая тенденция, которая на десятилетие определяет уровень наркомании в Российской Федерации, но тенденция к снижению наркопотребления в Российской Федерации присутствует, что и было отмечено президентом Российской Федерации вот на состоявшемся 17 июня президиуме Государственного Совета. Спасибо. Пока Олег Анатольевич Нилов готовится задать вопрос, коллеги, я обращу ваше внимание вот на что. Вчера у нас отмечался день партизана и подпольщика, а сегодня в гостях Государственной Думы группа ветеранов-подпольщиков Брянщины
руководители региона во главе с исполняющим обязанности губернатора, нашим прошлым коллегой, депутатом Государственной Думы Александром Васильевичем Богомазовым. Давайте поприветствуем. И сегодня в холле на парадной лестнице замечательная выставка, которая посвящена партизанскому движению на Брянщине. Я вот только что с большим удовольствием посмотрел эту выставку. Всем вам, уважаемые коллеги, советую. Давайте еще раз поаплодируем. Спасибо. Олег Анатольевич Нилов. Владимир Александрович, конечно, продвижение вперед присутствует в этом законопроекте, но мне кажется, главный вопрос вы как-то оставляете в стороне. Вот вы предложили, значит, определить срок, да, чтобы был не менее какого-то там количества дней, месяцев, лет. Я не знаю, во-первых, уточните, какое все-таки это будет предложение, сколько времени вы бы хотели, чтобы суд определял в качестве максимального для обращения. Так вот, главное, ну, обратился, значит, ну да, зафиксировали его, в этом хоть какая-то польза есть. Ну а что дальше? Почему вы не требуете прохождения полного курса лечения, реабилитации? Не требуете результата? Потому что обращение и получение результата – разные вещи. Почему вы останавливаетесь только на том, чтобы он обратился? Да? Два дня там провел какие-то, или, и все, и больше требований к нему нет, что ли? Спасибо, Олег Анатольевич. Я понимаю, что проблема наркомании, она настолько сложна, что уследить за всем достаточно, ну, представляет определенную трудность. Дело в том, что у нас уже ранее был принят закон, в рамках которых органы наркоконтроля являются уполномоченным субъектом, обеспечивающим обязательность прохождения наркопотребителям, направленным в наркологическое учреждение, диагностики, лечения и реабилитации. То есть с точки зрения силового обеспечения и силового контроля это все присутствует. Сейчас в рамках Президиума Государственного Совета была поставлена задача, чтобы помимо нашей силовой составляющей, ну, еще раз мы его поймаем, накажем его штрафом или суд привлечет его к административной ответственности. На наш взгляд, я с вами абсолютно согласен, это малоэффективно. А чтобы органы местного самоуправления, органы здравоохранения субъекта Российской Федерации занялись этой проблемой и каждого наркопотребителя, направленного на лечение, брали под свое внимание, под свою опеку. Я надеюсь, что к этому результату мы придем. Хотя и в рамках просто реализации этого закона, принятого год назад, я могу сказать, что в органы наркологические учреждения за год два раза увеличилось количество лиц, пришедших за лечением. Спасибо. Виталий Сергеевич Золочевский. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемый Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, вот какое количество таких учреждений, я так понимаю, что это все государственные учреждения, которые оказывают такие социальные услуги социальной реабилитации, или же в любом случае, какое количество таких государственных учреждений? Во-вторых, скажите, пожалуйста, можно ли обращаться в частные, и не будет ли это, если можно, то не станет ли это созданием коррупционной емкой ситуации, когда будут такие частные клиники плодиться и прикрывать таких наркоманов? И третий вопрос. Когда был внесен этот законопроект? Как давно? Спасибо. Виталий Сергеевич, вы по данному законопроекту, который рассматривается Думой сейчас, ставите вопрос, когда он был внесен, или законопроект, который я упоминал, закон, который я упоминал ранее? Он был внесен у нас 11 мая 2015 года. Теперь то, что касается органов наркологической службы, куда обращаются лица, направленные судом на лечение. На сегодняшний день в каждом субъекте Российской Федерации есть наркологические диспансеры. В Российской Федерации более 270 наркологических отделений в рамках органов медицинского здравоохранения, 87, ну почти 100 специализированных медицинских кабинетов наркологических, около 50 специальных подростковых кабинетов, которые занимаются проблемами наркомании. И на сегодняшний день суд направляет именно в государственные наркологические учреждения для прохождения всего цикла
лечения, освобождения от наркозависимости и последующей реабилитации. Некоммерческие и коммерческие организации, они находятся вне рамок этого процесса. Что на наш взгляд, хотя, как вы сказали, конечно, определенная коррупциогенность в этой ситуации может возникнуть, что на наш взгляд не совсем правильно. Поэтому в законе, уже ранее принятом, предусмотрена и возможность направления наркопотребителя и в организации социальной реабилитации. Но это будет возможно только тогда, когда заработает программа комплексной реабилитации и ресоциализации, принятая 15 мая 2014 года правительством Российской Федерации. Спасибо. Василий Юрьевич Максимов. Уважаемый Владимир Александрович, а скажите, пожалуйста, кто будет информировать суд? Само лицо, органы здравоохранения, либо вы, это первое. И второе, любопытно, кто же будет все-таки контролировать качество и результат лечения? Василий Юрьевич, уже действующим законодательством предусмотрена процедура уведомления суда о прибытии наркопотребителя на лечение. Эта информация направляется от нас, как от органа, на который возложен контроль за процедурой выполнения судом данной обязанности наркопотребителям. То, что касается прохождения, как бы оценки его эффективности, на сегодняшний день это компетенция органов здравоохранения. Они оценивают результативность того лечения и тех процедур, которые были представлены наркопотребителю, и как конечный итог либо работают с ним, либо направляют информацию о том, что он прошел курс освобождения от наркозависимости. В рамках этого закона 11 тысяч наркопотребителей уже в полном объеме, и как нас уверяют органы здравоохранения, со 100% эффективностью закончили данные курсы. Спасибо. Кто хотел бы выступить? Прошу записаться, включите режим. Покажите список. Олег Анатольевич Нилов. Уважаемые коллеги, действительно, этот законопроект нужно принять. Пусть маленький шаг, но все-таки мы сделаем вперед. Во всяком случае, попытаемся зарегистрировать тех наркозависимых, которые попадут в поле зрения суда. Но в общем и целом я хочу в очередной раз высказать свое неудовлетворение тем, как страна, как власть, как специальные структуры борются с этой национальной угрозой, с этим бедствием номер один, я считаю, угрозой номер один России. Вот так, знаете, как по частям хвост, даже не хвост, а шерсть выдергивается из шкуры этого зверя, да, наркомафии. И много-много программ, много мыслей, много слов, действий никаких. Значит, законопроект, который мною вносился, о конфискации имущества наркодилеров, крупных воротил этого бизнеса, вы не приняли. Почему? Задаю вопрос в очередной раз. И почему правительство не поддерживает этот законопроект? Это действительно это серьезные вопросы стратегического такой, стратегической борьбы и войны с этим злом. Второе, я считаю, конечно, не создав массовую, мощную сеть реабилитационных центров, сегодня всех наркозависимых, ну, теоретически уже нет возможности излечить, хотя бы диагностировать эту болезнь. И все предложения найти средства для того, чтобы создать вот эту сеть реабилитационных, лечебных учреждений, они, значит, объясняются одним: денег нет, кризис и все такое. Поэтому, принимая законы, да, решения судов, вот сегодня в очередной раз Верховный суд принял решение, я вам сейчас об этом сообщаю, что теперь будет предоставляться отсрочка наркопреступникам, наркозависимым наркопреступникам, те, которые производят, значит, выращивают, там, хранят, распространяют наркотики, до 5 лет будет предоставляться отсрочка на лечение. Видимо, действительно, у нас переполнены тюрьмы уже. Это тоже беда, это тоже проблема. Но вот действия, которые я вижу,
это все не лечение, это примочки, да, для такой страшнейшей, такой раковой болезни, а, к сожалению, серьезных решений даже не обсуждается. Вот я, конечно, поддержу этот законопроект, но считаю, что и правительство, и... Добавьте. И правительство, и Государственная Дума должны, наконец, найти мужество, признать то, что это беда, это действительно беда на уровне национальной угрозы, найти деньги, все необходимые, принять самые жесткие законы, в том числе законопроект, лежит уже много месяцев мой законопроект об уголовной ответственности за отказ принудительного лечения наркоманов. Вот таким образом мы предлагаем бороться с этим злом. А вот ваши предложения, ну, больше, конечно, просто, извините, но для галочки. Спасибо. Спасибо, Олег Анатольевич. Владимир Александрович Поневежский. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, фракция «Единая Россия» поддерживает принятие данного законопроекта, в соответствии с которым предлагается установить обязанность суда при назначении наказания с возложением на лицо, признанное больным наркоманием, обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании. В постановлении по делу об административном правонарушении устанавливает срок, в течение которого лицо должно обратиться в соответствующую медицинскую организацию или учреждение социальной реабилитации. Наряду с установлением возможности обязать такое лицо пройти соответствующую диагностику или лечение, действующий кодекс об административных правонарушениях устанавливает ответственность за уклонение от прохождения соответствующей диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании или медицинской или социальной реабилитации. Однако действующий кодекс не определяет срок, в течение которого лицо, в отношении которого судом вынесено такое решение, обязано обратиться в медицинскую организацию или учреждение социальной реабилитации. В связи с чем предлагаемые изменения представляются обоснованными. Как я уже сказал, фракция «Единая Россия» поддерживает. Спасибо, Владимир Александрович. Виталий Сергеевич Золочевский. Спасибо, Иван Иванович. Уважаемый Владимир Александрович, ну, на мой взгляд, законопроект мертворожденный, потому что независимо от того, будет он принят Государственной Думой, не будет, ничего от этого принципиально и концептуально в борьбе с наркоманией не изменится. Человек, который болен, который употребляет наркотики, ему уже безразлично, выписывают ему штрафы об административном правонарушении или нет. Он несет последний из дома, если это человек малообеспеченный, продает это и покупает какую-то дурь. Я не случайно спросил у вас о числе внесения данного законопроекта. Мы сейчас видим с уважаемыми коллегами, как активизируется работа ФСКН, вашей службы, которую вы представляете. Активизируется, к сожалению, пока номинально. Потому что 11 мая законопроект внесен, прошло полтора месяца, мы уже рассматриваем. Где вы были на протяжении двух лет, когда не было закона о спайсах, который президент подписал 4 февраля, запрет пропаганды и распространения психотропных веществ? Когда люди гибли от спайсов, и все молчали. И сейчас в вашей статистике не учитывается это количество смертей и то количество заболеваний, которые люди получили после их употребления, потому что они не считались наркотическими. И вы нам сегодня говорите о том, что тенденция к снижению есть. Этой тенденции нет. Все хуже и хуже. На наш взгляд, ситуация недостаточно отработана. Поэтому я в личном качестве уверен, что и фракция ЛДПР поддержит, готовы более плотно сотрудничать, чтобы законы, по которым представляет ФСКН, были более эффективны и действенны. Спасибо. Спасибо. Александр Сергеевич Кропчев. Спасибо, Иван Иванович. Ну, здесь хотелось бы, наверное, отметить, что фракция ЛДПР уже не первый год выступает за то, чтобы признавать больными именно наркоманов и лечить их. Не наказывать уголовно и сажать их за решетку, а лечить. Дело в том, что человек, который попадает в ту среду, больной тем более, он еще больше. Мы прекрасно понимаем, что и знаем, и это и ФСКН знает, что сегодня наркотрафик, который действует на территории мест заключения, он огромен. И поэтому вот как раз-таки там, наверное, больше всего у него есть возможность получить очередную дозу и продолжить, так скажем, катиться вниз по наклонной. Поэтому в данной ситуации мы поддерживаем, и вот была недавно амнистия, наконец-то, в которой была внесена часть 1 228 статьи, это употребление, хранение, то есть без цели сбыта.
Мы в прошлой амнистию пытались внести также статью, чтобы она распространилась. И люди, которые сидят по 228 части 1, были амнистированы. Но тогда нас не услышали. Очень отрадно, что ЛДПР услышали именно сегодня. И данный законопроект, наверное, можно каким-то образом соотнести с тем, что сегодня и руководство страны озаботилось этой проблемой и направляет сегодня все действия, все меры свои на то, чтобы лечить больных наркоманий, а не наказывать их. И, может быть, даже здесь стоило бы говорить о декриминализации вот этого деяния, именно когда человек употребляет для себя без цели сбыта. Это очень важно, потому что если мы продолжим эту порочную практику наказывать наркоманов, ни к чему хорошему это не приведет. Более того, сегодня не секрет, что порой в погоне за, так скажем, да, достижение в палочной системе сегодня сотрудники, недобросовестные сотрудники там, ФСКН, полиции, порой просто идут на преступление и докладывают, грубо говоря, до определенного размера там, какого-то наркотического содержащего вещества. И, соответственно, с административной это у нас становится уголовной, 228 частью 1. И к нам приходит большое количество обращений родных и близких тех людей, которые действительно либо попали в силу каких-то постанов, да, были неугодные чем-то, либо просто больные наркоманы, именно больные наркомании, которые попали вот в этот, в жернова борьбы именно такой палочной системы. Поэтому мы считаем, что данный законопроект является маленьким шажком. Это, конечно, не панацея, как говорится, да, от всей болезни, но тем не менее является маленьким шажком. И мы надеемся, что в дальнейшем будет более серьезно ФСКН развивать эту тему именно в этом направлении. А в данной ситуации фракция ЛДПР данный законопроект поддержит. Спасибо. Спасибо, Александр Сергеевич. Заключительное слово. Владимир Александрович, будете выступать? Пожалуйста. Уважаемые депутаты, я благодарю вас за те предложения, которые прозвучали в ваших выступлениях. Мы обязательно в своей дальнейшей работе их учтем. И вот в части последней проблемы, связанной с соотнесением степени общественной опасности и такого преступления, как хранение наркотиков без цели сбыта, поручение президентам уже дано. И я предполагаю, что к осенней сессии данный законопроект уже будет внесен в Федеральное собрание. Спасибо. Спасибо. Дмитрий Федорович, будете выступать заключительным словом? Нет, выносим законопроект на час голосования. Коллеги, у Евгения Сергеевича Москвичева уважительная причина. Он должен будет после перерыва уехать и просит рассмотреть его два законопроекта, 43 и 44. Нет возражений, если мы поменяем местами их? Нет. 43 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о государственной автоматизированной информационной системе «Эроглонас». Евгений Сергеевич Москвичев докладывает. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, Комитет по транспорту выносит на ваше рассмотрение законопроект о внесении изменений в федеральный закон о государственной автоматизированной информационной системе «Эроглонас». Государственная система «Эроглонас» введена в промышленную эксплуатацию с 1 января 2015 года на всей территории Российской Федерации с целью получения, обработки, хранения и передачи информации о дорожно-транспортных и иных происшествиях на автомобильных дорогах. В этой высокотехнологичной сфере Россия опередила другие государства. И хочу сказать, что в Евросоюзе данная система будет работать только с 2018 года. Законопроектом существенно расширяются возможности системы «Эроглонас» для решения на ее основе задач, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. И это позволит использовать современные возможности и технологическую инфраструктуру ГЛОНАСС в государственных информационных системах. Хочу сказать, что вторая новелла связана с тем, что система «Эроглонас» получает оператора, это акционерное общество со 100% капиталом государства, который будет управлять этой системой и контролировать эту систему на территории Российской Федерации, чтобы в случае дорожно-транспортных происшествий или других происшествий на дорогах не могли отказать в оказании помощи или МЧС, или Министерство здравоохранения, чтобы они потом не говорили, что случаи такие, операции СОС или какие-то необходимые мероприятия, которые должны на дорогу случаются на дорогу, то это они не получали.
Поэтому законопроект получено положительное заключение правительства, и комитет рекомендует его принять в первом чтении Государственной Думы. Спасибо, Евгений Сергеевич. Есть ли вопросы, коллеги? Нет. Есть ли желающие выступить? Тоже нет. Выносим законопроект на час голосования. 44-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 8 федерального закона о железнодорожном транспорте в Российской Федерации. Евгений Сергеевич Москвичев докладывает. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, законопроектом вносится изменение в федеральный закон о железнодорожном транспорте в Российской Федерации. Это статья 8. Суть этого закона состоит в том, что на пригородных железнодорожных перевозках должны устанавливаться именно тарифы, которые являются экономически обоснованными. И Федеральная служба по тарифам получает положение, дается о том функцию, что она утверждает рекомендации и методические все рекомендации на то, как формируется тариф. И в случае чего, если субъект Российской Федерации делает заниженный тариф, то он сразу при формировании тарифа должен предоставить, какие дотации он запланировал на этот период года, для того, чтобы, как не получилось в 2014 или в 2015 году, когда президент говорил о том, что пригородные железнодорожные перевозки остановили. Что это позволит вообще? Это позволит то, что наши граждане России будут заранее видеть, как будут организованы пассажирские перевозки на пригородном железнодорожном сообщении. И самое основное, что если даже будут экономически обоснованы тарифы без дотации, то железная дорога будет показывать свои расходы, свои налоги все, и сама она будет показывать оптимизацию этих расходов. Поэтому комитет рассмотрел этот законопроект и рекомендует Государственной Думе принять его в первом чтении. Спасибо. Есть ли вопросы, коллеги? Есть, включить режим записи на вопросы. Покажите список. Федоткин Владимир Николаевич. Уважаемый Евгений Сергеевич, а что такое экономически обоснованные тарифы? Вот сколько я помню, Дума наша существует уже 20 с лишним лет, и мы все пытаемся уточнить экономически обоснованные тарифы в ЖКХ. И бесполезно. Не будет ли это повторение этой ситуации? Мы будем говорить об экономически обоснованных, а ситуацию нам не покажут. Я приведу пример, скажем, поезда дальнего следования. Ведь там же огромная составляющая в билете неучтенная, так, принудительные услуги. Скажем, тебе дают питание, нравится, не нравится, может, тебе вообще это есть нельзя, то, что готовят в поездах дальнего следования. Но не купишь, билет не получишь. Или, скажем, товары, расческа, зубная щетка, там что-то еще, там мыльница какая-то дешевая. Не купишь, тоже не продадут. Или плед тебе предлагают, не купишь, не продадут билет. Но все это не входит в прямую стоимость билета. А это 500 рублей, а это 1000 рублей, до 1500. Да вы сами с этим наверняка сталкивались. Вот они, неучтенные деньги. Может, нам эти деньги посчитать на поездах дальнего следования? А это десятки миллиардов рублей. Да пожалуйста, Евгений Сергеевич. Я хочу вам сказать, что вот эта методика расчета, которая будет утверждена, и Федеральная служба по тарифам, которая будет арбитром между железной дорогой и субъектом Российской Федерации, она не пропустит то, о чем вы говорите. А сегодня на дальних перевозках перевозчик утверждает сам тариф и сам же пишет. Вот методики этого не будет. И когда РЭКи будут утверждать субъектовые стоимость тарифа, то будет видно вся прозрачность, прямая затрат, начиная от заработной платы и всех затрат, которые имеются сегодня у железной дороги. Спасибо. Шинкаркин Максим Андреевич. Большое спасибо, Иван Иванович. У меня вопрос к Евгению Сергеевичу. Евгений Сергеевич, вот если говорить о перевозках в московском регионе электричками, то мы понимаем, что это жители Подмосковья и Подмосковья едут в огромный город с очень дорогой инфраструктурой. И зачастую инфраструктура уже города Москвы, ну и, кстати, в Подмосковье тоже, является частной. Вот при формировании тарифа, фактически для локальных монополистов, которые для РЖД обеспечивают те или иные условия там, движения или там, выполнения иных мероприятий, будут также жестко тарифицироваться службы по тарифу для того, чтобы у нас конечный тариф уже для населения был понятен и объективен. Большое спасибо.
Я уверен, что методики расчета, которые нам будет предоставлять Федеральная служба по тарифам, которая будет утверждаться правительством, то мы с вами увидим ту инфраструктуру, которую, как вы говорите, в Москве показываете. Если мы увидим, что там большие суммы, например, за пользование пересадочных каких-то узлов, то обоснование этого частная компания, государственная компания, она должна показать. Она должна показать не только затраты прямые, которые есть, но и не больше там 7 или 5%, как предусмотрено на транспорте, прибыли. Все остальное, думаю, приниматься не будет. Спасибо. Пивненко. Одним словом, с потолка этой цены не будет. Пивненко Валентина Николаевна. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Евгений Сергеевич, законопроект, конечно, очень хороший и нужный, но скажите, пожалуйста, что сегодня мешает Федеральной тарифной службе вообще смотреть обоснованность тарифов на пригородные железнодорожные перевозки? И сегодня смотрят, да, но не имеют полномочий. Что сейчас происходит? Вот когда мы увидели, на пригороде есть около 18 миллиардов непокрытых расходов, то на комиссии правительственной, которую возглавляет Дворкович, то мы увидели, что мы все говорим, а полномочий нет. И поэтому РЭКи установили в виде субъект «да», а дальше никаких дотаций нет у субъекта. И в виде «вы железная дорога, покрывайте пригородные перевозки». Например, пригородные перевозки в Московской области, они не убыточные, прибыльные. Вы в виде перекрестного субсидирования. Вот этого не будет. И поэтому ФСТ, получив вот эту функцию, она будет арбитром в этих делах. Если уж не придут к единому мнению, то тогда субъект или железная дорога имеет право подать в суд. Спасибо. Щепинов Максим Александрович. Спасибо, Иван Иванович. Уважаемый Евгений Сергеевич, скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, ваш законопроект, если он будет принят, сможет ли действительно урегулировать как раз вот те вопросы, которые возникают по этой теме? Это первый вопрос. И второй вопрос. А вот сейчас вот у нас на сегодня, 30 июня, вам известны какие-либо случаи, как раз, когда отменяют вот эти вот железнодорожные пригородные поезда? Спасибо. Сразу со второго отвечу. Таких случаев неизвестно, знаю только одно, что вот те деньги, которые сегодня не покрыты, то субъекты Российской Федерации подают в суд за 2013 и 2014 год, а на 2015 год субъект находит эти денежные средства из вот того акциза рубль, который идет на дорожный фонд в регионы. Я считаю, что это неправильно. Поэтому вот когда будет экономически обоснованный, то субъект скажет, у меня дотации нет от 100%, к примеру, 20%. Я хочу, чтобы был он экономически обоснован и полностью без дотации. И тогда субъект будет нести эту ответственность. Но, как правило, показывает, что больше, чем 65-70% цены нет от дохода. Все остальное дотируется. Что касается, я уже отвечал, первого вопроса, то еще раз хочу повторить, то ФСТ должна функции эти получить. Она должна стать арбитром по защите интересов граждан России. Спасибо. Олег Анатольевич. Евгений Сергеевич, закон полезный, но вопрос у меня возникает такой, а почему только вот железнодорожный транспорт и то в области пригородных перевозок. Мы что, по каждому виду транспорта должны такие законы принимать? У нас что, в авиации нет проблем, связанных, скажем, с топливом, да, в морском, речном транспорте? Может быть, действительно объединить в один закон всю проблематику, которая здесь затронута, и чтобы, значит, не дожидаться следующего скандала с участием президента Дворковича и не писать законы вот по каждому такому поводу? Спасибо. Действительно, сегодня проблема есть номер один на пригородных железнодорожных перевозках. Есть проблемы на городском пассажирском транспорте наземном. Но мы сегодня впервые за 25 лет России был принят закон о наземном пассажирском транспорте. 10 лет над ним работали, сегодня он принят. Вот там как раз закон показывает, что все тарифы должны быть, маршруты регулированы, что все должно быть на контрактной системе, что субъект Российской Федерации, муниципальное образование, должно сделать комплексную транспортную систему, это программу, где она покажет, как будет развиваться городской транспорт, наземный весь транспорт, пригородный, железнодорожный. К сожалению, сегодня перевозки авиационные внутри России, субъектные, есть проблема.
но по всему законодательству они не датируются. И было принято решение только софинансировать Дальний Восток. Поэтому есть предложение сегодня у перевозчика, у Министерства транспорта, где на авиацию вот эти 10% вместо 18% НДС и посмотреть, год поработать, как они будут развиваться. Считаю, что в России появятся региональные авиационные перевозки, их будет больше между каждым областным центром. Спасибо, Евгений Сергеевич. Кто хотел бы выступить? Прошу записаться, включите режим. Евгений Сергеевич, присаживайтесь. Спасибо. Покажите список. Максим Александрович Щепинов. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Я вот уважаемому докладчику вопрос задавал по поводу, известны ли случаи как раз отмены пригород железнодорожных сообщений вот на 30 июня 2015 года. Он сказал, что такие случаи неизвестны. Вот я, к сожалению, не был бы столь оптимистичен. Я вот депутат ЛДПР от Оренбургской области. У меня как раз на вчерашний день имеется коллективное обращение граждан. Это, по сути, полностью жители села Гамалеевка. И у нас как раз вот отменено сообщение пригородное между городом Оренбург и городом Бузулук. И именно как раз вот по этой самой причине, что в том числе и в бюджете в региональном отсутствуют средства. И это несмотря на то, что, по сути дела, эта тема находится под таким вот пристальным контролем, в том числе и у президента Российской Федерации. То есть я что хочу сказать, что понятно, этот законопроект, наверное, очередной шаг по решению этой проблемы, очень серьезной проблемы, но я думаю, что он, к сожалению, не панацея, и нам надо просто необходимо искать вот те средства и как раз выбирать приоритеты, связанные как раз с жителями наших сел, как раз вот именно небольших городов, которые получаются отрезаны вот своим нахождением, вот этими вот инфраструктурными сообщениями. Необходимо также посмотреть ситуацию в РЖД, когда у нас, по сути дела, компании определенные, которые вот в структуре РЖД либо очень прибыльные с огромными бюджетами, либо очень убыточные, как вот та история, которая связана с пригородными сообщениями. Поэтому еще раз говорю, этот вопрос надо решать системно и в комплексе. Спасибо. Спасибо. Максим Андреевич Ингаркин. Большое спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, ну, как вы видите, место положения в пространстве определяет дискуссию. Мы находимся с вами в здании Госплана. И совершенно очевидно, что так называемые якобы рыночные реформы в стране привели к разнузданному движению цен, необоснованному. И сегодня, когда фактически мы завершаем этап строительства государственного капитализма, государственные корпорации приходят к пониманию четкому, что формирование тарифа на их услуги должно быть не только экономически обосновано, но и получить одобрение общества и вообще-то вписываться в экономическую стратегию страны. Конечно, такой закон нужен. Более того, и правильно говорил коллега Нилов, когда обращал внимание, что да и по авиационным перевозкам необходимо говорить о правильных тарифах. Хочу сказать, что, допустим, вот билет в Самару можно взять и за 25 тысяч рублей, как мне вот как депутату Государственной Думы бесплатно продали, но по цене 25 тысяч рублей. А такой же билет, если брать за деньги, то всего лишь навсего 6 тысяч рублей стоит билет. Тоже вопрос тарифной политики авиакомпаний. Сегодня, когда мы говорим о том, что нам нужны понятные тарифы, мы говорим о том, что и субъекты не могут оплатить сегодня необходимые средства в поддержку железнодорожных перевозок приграничных, в том числе, потому что находятся и в Подмосковье, и в областях близких к Подмосковью множество людей, которые едут в Москву, едут работать, оставляют там подоходные налоги, не возвращают этот подоходный налог, по сути дела, на территорию, а субъекты Российской Федерации дополнительно оплачивают потерю трудоспособного населения. Это, кстати, не проблема сегодняшних губернаторов, это опять-таки проблема отсутствия государственного планирования в предыдущие годы так называемых рыночных реформ. Закон, безусловно, нужен, и мы будем поддерживать принятие данного закона. Большое спасибо. Спасибо. Выносим на час голосования.
Так, 45-й вопрос. Мы начали его обсуждать, почти завершили. Выступает Александр Николаевич Шерин. Пожалуйста. Старайтесь. 7 минут поставьте. Уважаемые коллеги, несмотря на то, что фракция ЛДПР выступает за то, чтобы как можно меньше в чем-то ограничивать наших граждан, данную поправку, которая звучит о следующем, об установлении срока запрета на замещение должностей государственной, гражданской, муниципальной службы для граждан, признанных не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Мы, естественно, поддержим. Я хочу объяснить, почему. Ну, во-первых, речь идет об ограничениях для мужчин, которые не имеют установленных законом отсрочек. То есть никакой дискриминации, если ты здоров, отсутствие двое детей, либо не обучаешься в высших учебных заведениях. Пожалуйста, если ты получил отсрочку от службы в армии, срочной службы, и тебе исполнилось 27 лет, и ты перестал быть военнообязанным, и, соответственно, не нарушал законодательство Российской Федерации, не уклонялся, ты попадаешь на государственную гражданскую службу или муниципальную. Но если ты до 27 лет незаконно уклонялся от службы в вооруженных силах, то, соответственно, на тебя будут распространяться эти ограничения. Закон обратной силы не имеет. Соответственно, у тех, кто задумывается о том, служить в армии или нет, еще есть время исправиться. Те, кто уже находится на государственной, гражданской, муниципальной службе, он на них не будет распространяться. Также я хотел бы сказать, что изначально закон был принят, который без срока ограничил людей занимать эти должности, а данной поправкой коллеги из Комитета по обороне предлагают установить срок 5 лет. То есть всего лишь 5 лет нужно подождать так называемому, скажем так, уклонисту, который не смог доказать, что он в вооруженных силах не служил, имея на то основания закона, и после этого он имеет право служить в вооруженных силах. Я прошу прощения, имеет право занимать государственную гражданскую службу. Хотел бы еще обратить особое внимание, коллеги, пользуясь случаем, что единственное место, где можно присягнуть на верность Российской Федерации, это вооруженные силы нашей страны. Срок службы срочный сокращен уже до года. Уже меньше, наверное, некуда. Полгода все равно мы не сможем человека обучить держать в руках оружие. Следующий вопрос, который хотелось бы обратить внимание. Мы все говорим о том, что необходимо армию переоснащать, перевооружать, и на вооружение приходят современные виды, и нужны профессиональные кадры. Если мы будем таким образом повышать престиж службы в вооруженных силах, если в военкоматы будет выстраиваться очередь, то и на срочную службу, наверное, люди будут попадать по конкурсу, и тогда мы будем иметь действительно ярких профессиональных кадров. В итоге я хотел бы, конечно, побольше на эту тему сказать, но так как время ограничено, хочу сказать следующее. Надо брать, в том числе из наших идеологических противников, пример. Вот внук королевы, он очень гордится тем, что служит в британских ВВС. Вот хотелось бы, чтобы престиж службы в вооруженных силах Российской Федерации был бы на таком высоком уровне, чтобы государство так его рекламировало и поддерживало, что, может быть, мы увидели, как и дети чиновников гордятся тем, что служат в вооруженных силах Российской Федерации. Посему я хочу обратить внимание, что мы поддержим эту инициативу всего лишь 5 лет и уверен, что после прохождения срочной службы в вооруженных силах Российской Федерации ни у кого в голову не придет идея общаться с американскими депутатами, сенаторами и не будут путать, в каком порядке расположены цвета на нашем триколоре. Те, кто служил в армии, поднимали знамя и пели гимн Российской Федерации. Огромное спасибо. Фракция ЛДПР с удовольствием поддержит эту поправку. Спасибо. Ваша рекомендация относится наверняка не только к чиновникам, а точнее к государственным гражданским служащим, но и к депутатам Государственной Думы, к членам Совета Федерации и к другим лицам, занимающим государственные должности. Спасибо. Выносим на час голосования 38-й вопрос следующий. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о свободе совести и о религиозных объединениях и иные законодательные акты Российской Федерации. Юрий Сергеевич Любимов, заместитель министра юстиции. Пожалуйста. Да, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, значит, проект подготовлен в исполнении поручения президента о проработке особого механизма контроля за финансово-хозяйственной деятельностью религиозных организаций. Он должен позволить своевременно выявлять и реагировать на факты причастности религиозных организаций к экстремистской террористической деятельности и иные нарушения ими законодательства Российской Федерации.
Значит, при подготовке законопроекта за основу приняты применяемые в настоящее время формы и методы контроля за деятельностью НКО. Однако предмет контроля скорректирован с учетом поставленной в поручении президента задачи. Во-первых, предлагается дифференцировать предмет проверок деятельности религиозных организаций в зависимости от получения ими иностранного финансирования. Проект закрепляет право Минюста проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности религиозных организаций при наличии в их деятельности признаков экстремизма, терроризма или нарушений законодательства Российской Федерации. Во-вторых, предлагается установить, что проверки соответствия деятельности религиозной организации законодательству будут проводиться исключительно в целях контроля за соблюдением ею законодательства о свободе совести, а также целям и порядку деятельности, предусмотренной уставом. Значит, а финансово-хозяйственная деятельность будет подвергаться проверке только в том случае, если такая организация получает иностранное финансирование или необходимо установление наличия или отсутствия в ее деятельности признаков экстремизма или терроризма. Также законопроект сокращает число оснований для проведения внеплановых проверок с 5 до 3. Вот. И, наконец, законопроектом изменяется порядок отчетности религиозных организаций, в частности, организации, имевшие поступление денежных средств и иного имущества от иностранных источников, будут предоставлять Минюст формализованную информацию о своей деятельности, персональном составе руководства, сведения об иностранном финансировании. Иные религиозные организации от обязанности по представлению отчетности освобождаются. Прошу поддержать. Спасибо. Спасибо, Ярослав Евгеньевич Нилов. Уважаемые коллеги, у меня к вам просьба большая согласиться с моим предложением рассмотреть этот законопроект, потом следующий по порядку, после чего я объявлю перерыв. Нет возражений? Нет. Спасибо. Ярослав Евгеньевич, пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, комитет рассмотрел предложенный правительством законопроект, концептуально его поддерживает, а те технические и юридические замечания, которые есть, будут устранены ко второму чтению. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Нет. Кто хотел бы выступить? Выносим законопроект на час голосования. Спасибо. 39-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу замещения депутатского мандата. Дмитрий Васильевич Арестов докладывает, заместитель министра юстиции. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты Государственной Думы. Вашему вниманию предлагается проект соответствующего федерального закона. Законопроект разработан в целях реализации постановления Конституционного суда 16 декабря 2014 года номер 33-П. Данным постановлением признаны несоответствующие Конституции России отдельные положения федеральных законов об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Конституционный суд в своей правовой позиции отметил, что эти положения не предусматривают исключение получившего депутатский мандат лица из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, допущенного к распределению депутатских мандатов, и при этом позволяют передавать вакантный депутатский мандат лицу, ранее получившему депутатский мандат, а затем добровольно прекратившему исполнение депутатских полномочий досрочно. Тем самым указанное положение законодательства лишает зарегистрированного кандидата, входящего в состав федерального списка и не получавшего мандат депутата Государственной Думы, возможности реализовать в порядке очередности право на замещение депутатского мандата. Это нарушает его конституционное право быть избранным в органы государственной власти. Законопроектом предлагается привести в соответствии с указанным постановлением Конституционного суда положение соответствующих федеральных законов. Прошу поддержать законопроект, принять его в первом чтении. Спасибо. Спасибо. Дмитрий Федорович Веткин. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроект разработан в целях реализации постановления Конституционного суда. Комитет поддерживает его концепцию и рекомендует принять его в первом чтении. Спасибо. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Нет. Есть ли желающие выступить? Я такого не ожидал. Нет. Как обещали, да. Я попался, что называется. Спасибо, коллеги. Объявляю перерыв до 16:00.